Детский сад номер 22 открыт после капитального ремонта. Здание изменилось до неузнаваемости, признается заведующая, как снаружи, так и внутри. После года строительных и отделочных работ от прежнего интерьера не осталось никаких воспоминаний. Сделан новый блок, у нас утепленный фасад, поэтому мы сейчас будем экономить на отоплении. У нас высокотехнологичный пищеблок со всеми цехами, готовы работать на сырье. Уютные очень группы. Детский сад рассчитан на 10 групп. Уже сейчас его посещают более 250 ребятишек. Разнообразные занятия им гарантированы. В скором времени на территории садика появится детский автогородок. Сертификат на его приобретение сегодня подарил Анатолий Маховиков. Очень большой травматизм детей на дорогах, именно из-за незнания правил дорожного движения. Очень важно, что там появится автогородок, где можно изучать правила дорожного движения, свое поведение на дорогах детям как бы рассказывать. А в 101-й школе до окончания ремонта еще далеко. Долгое время у подрядной организации не было необходимых документов, поэтому строительные работы начали всего пару недель назад. До конца октября подрядчик обещает укрепить стены, закрыть крышу, чтобы в холода заниматься планировкой и отделкой помещений. Там идут некоторые задержки. Но вроде с подрядчиком во всем договорились. В первом квартале следующего года школа откроет свои двери и начнет работать, функционировать. Поводом для гордости муниципальных властей стал парк имени Чехова, расположенный в самом центре микрорайона Гаева. Раньше заброшенный и неухоженный, совсем скоро он станет украшением правого берега. Реконструкция выполнена на 95%, отчитался подрядчик. Проведено освещение, отремонтированы фонтан и колоннада, установлены лавочки. Парк имени Чехова теперь может привлечь и молодоженов. Существует старая традиция. Новоиспеченные муж и жена должны пройти через 7 мостов. Здесь эти 7 мостов уже установлены. Во всей красе парк имени Чехова встретит посетителей 5 октября. Александра Михеева, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.